Снова здравствуйте, уважаемые читатели iPhones.ru. Герой сегодняшнего обзора, космическая стрелялка Super Blast 2, уже появлялась на нашем сайте в качестве первой части. По скриншотам было ясно, что сиквел аркады мало чем отличается от первого детища разработчиков из Phantom Entertainment. Так и есть, перед нами идентичный геймплей без конца и края. Управляем космической железкой с помощью акселерометра. Стрельба происходит автоматически. Изменения коснулись графического оформления, улучшилось звуковое сопровождение и добавилась поддержка геймерской соцсети от компании Apple Game Center. Стоит ли игра своего доллара? Однозначно да. Но разработчики поспешили с выпуском второй части, так как она тянет максимум на обновление первой, которая, кстати, почему-то так ни разу и не обновилась.